В день спасателя сотрудники МЧС России по Магаданской области оказали помощь пострадавшему на судне в Охотском море. В филиал поисково-спасательного отряда МЧС России поступил звонок с Центра медицины и катастроф. Требовалась помощь. Пострадавший, находясь на морском судне, получил перелом бедра. Была необходима госпитализация человека. К месту происшествия выдвинули специалисты по чрезвычайным ситуациям, но их ожидало препятствие. Судно с пострадавшим на борту, предположительно перелом бедра, двигалось в сторону города Магадана и, значит, по своему ледовому классу не могло зайти в порт, поскольку в порту уже ледовое покрытие. И необходимо было, соответственно, эвакуировать пострадавшего, доставить его в город Магадан. Было принято решение выйти на судне на воздушной подушке «Хивус-10». Значит, дошли до кромки льда. Кромка льда заканчивается, лед заканчивается у нас на Чирикова, на мысе Чирикова. Значит, попытались идти по воде, это не получилось, поскольку сильный мороз. Сразу же было обледенение, и судно, ну, не шло, так сказать, в таких условиях. Вот. Поэтому спасатели приняли решение, они поднялись на маяк, по рации связались с капитаном судна и попросили его подойти вплотную к кромке льда. После того, как судно подошло, спасатели с помощью альпинистского снаряжения и кран-балки на судне уложили пострадавшего в носилки, закрепили и эвакуировали на судно с воздушной подушкой. Потерпевшего передали в Магадан для последующей госпитализации.